Полиция назвали причину смерти правозащитницы Ирины Ноздровской. По предварительным результатам экспертизы, она погибла от множественных колото-резанных ран. Что еще известно об этом резонансном преступлении, узнавала Любовь Кукла. Первых оперативных сводок полиции журналисты ждали вчера весь вечер. И не одним пришли послушать отчеты активисты. Инициативная группа, которая будет помогать и контролировать следствие. Какие питания до вас? Ты эти тушки, какие запугали на протяжении року Ирину? Ты эти тушки? Полиции сразу сообщили, хотя тело Ирины нашли после новогодней ночи, погибла женщина на 2 дня раньше. Ирина загинула, згідно з довідки судмедэксперта. Смерть настала 2-3 доби до знайдення трупу. Є на неї тілесні пошкодження, поранення. Колющим предметом. Также сразу исключили версию об изнасиловании. И уже сегодня утром по делу о громком убийстве Ирины заседали в МВД. Там поручили руководству нацполиции взять дело на особый контроль. А еще тесно работать с активистами и журналистами. Это, прежде всего, створение координационного штаба по раскрытию всего злочина. Полностью задействовать максимально профессиональных фахівців по організації цієї роботи. Крім того, залучити та посилити оперативно-слідчі групи з департаменту карного розшуку та слідчими. Тем временем на контакт с прессой вышла дочь убитой, Анастасия. Девочка рассказывает, ей и маме постоянно угрожали. Все из-за громких дел, которые вела правозащитница. В частности, о ДТП, в котором ранее погибла ее родная сестра. Мені погрожували, мамі погрожували, бабусі, дідусю, всій моїй родині погрожували, завжди лунали погрози в наші сторони. У нас є оцей Рассашанський, постійно лунали погрози від його родини, від його друзів. В нього друзі наркомани, оці алкоголіки. Напроти нас живе чоловік, його друг, який нам постійно також погрожував. Ну, не так мені і мамі, як дідусю, і бабусі. Я лежала в лікарні з трусом головного мозгу через те, що Рассашанський, він ще був під домашнім арештом, він намовив своїх дружків. Ну, які мене побили, головою машину вдарили. Поэтому в полиции к девочке со вчерашнего дня приставили охрану. Насті зараз все ж таки головне управління надало охорону Насті. Я так розумію, тільки Насті. Бабуся до сих пір також не знає. І на даний час, наскільки мені відомо, буде створена ще одна комплексна експертиза, яка, на жаль, може тривати довгий час. Маме погибшей Ирины о смерти дочери не говорят. Боятся, что женщина не переживет еще одну потерю. Похоронить правозащитницу тоже смогут не скоро. Впереди комплексная экспертиза, которая может затянуться на месяц. Любовь Кукла и Геннадий Аникеенко. Подробности. Телеканал Интер.